Всем привет, всем здравствуйте! Вы с Ириной Якут в Америке, и сегодня мы поговорим о саквояжиках. Итальянские саквояжики Джоан Конти с доставкой из Америки. Я показывала такой саквояжик. Я его нашла в магазине у нас в TJ Maxx и показала его, сказав, что все, такого саквояжика нет, его уже забрали. И его очень многие девочки хотели. И я подумала, а почему бы не заказать их онлайн? Я зашла, и действительно онлайн такие саквояжики были, и я парочку заказала. И одна девочка у нас отказалась, из тех, которых я заказала. Я говорю, вообще не проблема, потому что я знаю, что девчонки их разберут просто в момент. Сейчас расскажу вам ситуацию. Вот этот саквояжик у меня в наличии. Вот, и не только он один, потому что если его заберут, то есть еще целых два вида саквояжиков. Я не разобралась, чем они отличаются. Сейчас попробую рассказать вот про этот саквояжик и вставлю вам выдержки с сайта, и вы сможете посмотреть, определиться. Если вам нужно что-то оттуда, то я могу заказать. Смотрите, вот эта вот кожа, вот такая вот коньяк. Хотя вот у второго тоже будет коньяк, но тем не менее, видите, она вот такая вот как бы гладкая, но явно кожа с покрытием, добротная, шикарная, вот такая вот прелестница. Саквояжик открывается вот с такими вот заклепками, именно вот в этом, в коричневом цвете. Фурнитура у него вот такая вот оружейная, золотая. Ножки есть. Вот прям не могу на него нарадоваться. Длинная ручка крепится вот здесь вот, видите, да, колечки вот к этой фурнитуре прикреплены. Так, по-моему, я даже вот этот вот, девочки, и не разобрала еще из него, не вынула бумажку из саквояжика. Так, они идут с пыльничками. Вот такие вот пыльники у них, Джоан Конти. И поскольку я уже начала про этот саквояжик, то я вам кое-что по этому сайту, по TJ Maxx, и еще покажу. Потому что он, девчонки, жалуетесь вы, что не открывается он. Да, я знаю эту ситуацию. Кто-то может его все равно открыть. Ну, видимо, VPN у всех разный. У кого-то срабатывает, у кого-то не срабатывает. Но у тех, кто открыть не может, я для этого вам обзоры и делаю, и показываю, что там есть. Для этого вы можете писать мне на WhatsApp, и я вам смогу помочь приобрести это. Так, мой WhatsApp в описании. Если кому-то лень идти в описание, то он у меня российский WhatsApp. Так уж сложилось исторически, что я уже давно живу в Америке, а телефон рабочий, так и пользуемся мы моим российским WhatsApp. У меня на телефоне и российский, и американский одновременно стоят. И я постоянно как бы там... мне удобно так. Рабочий WhatsApp у меня на российском номере. Плюс 7-913-606-11-44. Для новеньких. Якут – это моя настоящая фамилия. Вот, то есть это не шутка, и это не... Как это называется-то еще? Ой, забыла. Ник, не никнейм, как же это... Не кличка. В общем, это не кличка. Вот этот саквояжик вот с таким вот кармашком, получается, на передней стеночке и с кармашком под замочком на задней стеночке. Вот. Так неудобно открывать. Сейчас вам вот так открою. Вот он, этот кармашек. И что я вам хочу сказать. Конкретно вот этот саквояжик мы покупали, когда, смотрите, как красиво здесь вот эти клепочки смотрятся изнутри. Когда мы этот саквояжик покупали, он стоил $79. Вот такая вот небольшая, небольшой длинный ремень. Он с регулировкой вот с такой вот. И он не толстый. Ну, очень приятный саквояж, конечно. Я всегда мечтала о саквояжиках раньше. Мне очень нравилось. Вы знаете, они вот приходят, я вот посмотрела, и чуть-чуть не очень хорошо вот так вот защелкиваются. Но у них вот эта вот штучка, может быть, при транспортировке они так делают. Потому что он, когда шел, у него внутри вот эта этикетка была. Вот, она сама по себе вот чуть-чуть вот так вот подгинается. Чуть-чуть. Я имею в виду, что эти можно... А, может быть, сейчас не защелкивалась из-за того, что я сюда положила вот этот же ремень. А он имеет все-таки здесь леску.
Вот. Ну вот если вот эту штучку чуть-чуть подогнуть, это я вам к тому, чтобы вы не расстраивались, то он начинает... Можно отрегулировать, как это сказать-то, напор закрывания. То есть будет посильнее закрываться или очень слабо, вы там сами сможете, потому что это сделать очень легко самим. Чуть-чуть прижали. Так, извините за болтологию такую длинную. Конкретно вот этот саквояжик 79,99 стоил, когда мы его заказывали, до налога. Но его сейчас нет, но есть два других. Вот про эти два других я вам сейчас и покажу. И заодно хочу сказать, по-моему, протезик кто-то у меня спрашивал. Уже парочку раз тоже покажу. И посмотрим, какие еще сумочки есть Джиани Конти. Дальше я вам прекращаю надоедать своей моськой, а начинаю вам делать обзор с сайта. Пойдемте. Сразу обратите внимание, вот этот саквояжик, который у меня в руках, на фактуру кожи и фактуру вот покрытия именно. 10,75 инчей у него размер. Ну, тут второй размер по высоте. Видите, out of stock 79,99. Это значит, что его в наличии уже нет. Вот. Но у него вот этот вот цвет, он такой насыщенный. Вот здесь вот я его листаю. А вот у вторых саквояжиков, двух, мне все-таки кажется, хотя и цвет коньяк и там, и в этом случае, и в другом случае, но тем не менее попытаюсь вам сейчас показать, что я имею в виду. Кстати, вот здесь вот, когда листался этот саквояжик, у него он весь листался в этом цвете. А вот дальше я захожу просто в поисковик, набираю Джиани Конти, и мы выходим, и получается у нас, что в двух цветах есть такой саквояжик, но уже обращаем внимание, цена 99,99, и в красном цвете еще есть другая сумочка. Мы начнем с саквояжика. Вот, вот видите разницу все-таки? Немножечко другой цвет, другая фактура, вернее, у самого. И здесь уже стоит 11 инчей, ну там... так сказать, 3 десятых, это приблизительно 1 сантиметр. Возможно, это тот же самый размер. Листать смысла нет, потому что, видите, он там листается в черном цвете. Поэтому у нас есть возможность рассмотреть только вот на ближайшей картинке. И это точно такой же размер. Видите, он все-таки немножечко другой цвет, чуть-чуть другой, чуть-чуть другая фактура. Так, сейчас пропала картинка, сейчас появится опять. Но, честно сказать, я не удивлюсь, если придет точно такой же саквояжик, но уже совсем другой по цене. Но мне все-таки кажется, что кожа немного другая. И, соответственно, у второго красного тоже такая же фактура, как у первого. Обратите внимание, что у красного фурнитура серебряная. Если у того была золотая, то у этого серебряная. И листать тоже смысла нет, этот саквояжик, дальше картинки, потому что он только один. Первая картинка передает цвет. Вот эти два саквояжика по цене 99,99. И если они кому-то нужны, то их можно на этом сайте найти и заказать. Вот видите, я попыталась листать, ну, надежды никакой нет. Размер, соответственно, тоже у этого саквояжика такой же. Так, как мы вычисляем размер? Я всегда делю на 0,394. Сейчас я опять набираю Джиани Конти, чтобы вот перейти на вторую сумочку и посмотреть ее. Вот, здесь написано, что их, по-моему, 3 всего осталось, то есть almost gone, это значит, что они заканчиваются. Вот у этой размер 9 инчей, насколько там, не успела посмотреть. Я всегда делю на 0,394, получается более точно в сантиметрах. Кто-то умножает на 2,5. Ну, в принципе, всегда перевести инчи, если вы забыли как, спросили Google, Google вам быстренько ответил как. Или написали 9 инчи, это сколько в сантиметрах, он вам сказал. То есть, получается, на тот саквояжик 10,75 было, который у меня в наличии, это 27,3 сантиметра у... Тот, который теперь коричневый с красным на сайте, показывает, сколько там 11 инчей, это размер 28 сантиметров. Ну, возможно, это один и тот же размер. И протези. Сейчас, на данный момент, протези есть только вот такие вот в наличии. Тоже здесь я вам показываю и цену. Всего 4 небольших сумочки. И размер тоже вот это 7,5 инчи. Ну, вот это малышечка совсем. И следующее я сейчас посмотрю тоже, чтобы вы могли ориентироваться по размерам, какие есть. Но вообще протези, потому что вы старые ролики смотрите мои, где-то кто-то встречает и хочет такую сумочку. Протези здесь периодически появляются, тоже можно на этот сайт заходить, их смотреть, если он у вас откроется. В первом комментарии я, конечно же, ссылку оставлю. Ну, не знаю, наверное, на
Джованни Конти оставлю уже на этот, а протези сами найдете в поисковике, если у кого он откроется. А если не откроется, значит, будете писать мне, и мы уже дальше будем с вами его искать. Вот такой сегодня получился обзор. Снова сайт TJ Maxx. Ну, там хорошие вещички бывают, шикарные итальянские, на больших скидках. Размер в описании есть. Будут вопросы, задавайте в комментариях, я буду на них отвечать. Вот, а этот красавчик ждет свою хозяйку. Пишите. Всем всего доброго, берегите, пожалуйста, себя и своих близких. Пока-пока. И один раз, по моей любимой традиции, не пока. Ребятки, всем напоминаю, что меня не будет. Я собираюсь в Японию с 20-го. Ну, 19-го я еще, по-моему, могу по ссылке отправить, но лучше числа до 17 февраля. И потом я вернусь, и с 5 марта где-то я войду в обычный режим. Поэтому по ссылке отправляем либо до 17 февраля, либо потом после 5 марта. Я так думаю, что те посылки, которые у меня постоянно отправляются, вы за этим контролируете. А те, у кого у меня пару месяцев лежат, то еще 2 недели вообще не проблема будет подождать, пока я вернусь. Вот такое вот напоминание. Помните, пожалуйста, контролируйте, пишите, кому нужно будет отправить до этого. Не пишите в последний день, там за день будет. Я, конечно, могу и успеть, но могу и не успеть. Просто если у меня будет много дел, то я могу не успеть отправить. Поэтому заранее позаботьтесь о своих посылочках. Или просто помните, что мы вас отправляем после 5 марта. Теперь точно пока-пока.